Йо. Здравствуйте. Вы участвуете в моей вечеринке? Как думаешь, что за орган он оттяпал у собаки и воткнул этому синебасу? Хвост? Дебил. Не знаю, на кого-то меня похож. А что за канал? Неважно. Здравствуйте, меня зовут Ширяев Евгений, я очень симпатичный видеоблогер, снимаю видосы, задаю школьные вопросы, за ответы плачу бабосы. 1000 рублей я заплачу тому, кто ответит на 5 вопросов. Я называю героя какого-либо произведения, а человеку нужно ответить, что это за произведение. Ты сразу согласился, да. Это редкость. Давай? Да? Да, подожди. Замутим этот замут быстренько. Давай. А сколько годосиков на тебе? 16. 18. Еще быть, это большой парень. Елки-палки, поехали. Герасим, герой какого произведения? Я знаю. Герасим. Так, сейчас скажу. Ну, он ее называл так, потому я что знаю, не мог говорить. Да, мы читали. Он только мычал. И про собачку, все верно. Да. Предположим, а Герасим. Он был какой? У него был небольшой недостаток. А может быть, это был его и наоборот, достаток? Он был какой? Что он не умел делать? Он не умел излагать свои мысли. Потому что он был немой. И, соответственно, когда он звал свою собаку, он не мог сказать ей «Жучка», «Сюшка», «Вовка». Я собаку звали Вовка. Он называл ее как? Муму. Муму. Ха-ха! Yeah. Еще раз, можно? Муму. Муму. Князь Мышкин. Князь Мышкин. Глупый человек. Давай я буду подсказывать. Дурачок, придурок, дебил, дурак. Вот такое произведение, оно... А материться можно? Можно. Не знаю. Так, дебил. Балда. Идиот. Идиот. А, ну понятно. Сечешь? Да, да. Слыхал? Ну да. Читал? Нет. Не знаешь, кто написал? Нет. Придурок. Идиот. Слушайте, у меня тут появился спонсор, и я что-то подзалип на этих игрульках. Короче, это онлайн-стратегия, называется UpX. И вот с утра я уже в нее тут колбашусь. Закидываем деньги на счет. Указываем ставку, у меня будет 1124 рубля, и нажимаем «Играть». И ждем нашей шкалы с коэффициентом. Либо я нажимаю «Досрочно» и забираю деньги. Но я не нажимаю и выигрываю немного бабосиков. Вот такая вот «Играська». Кэшбэк у них есть. Если ты закидываешь деньги на сайт, то ты получаешь инвестиции. Чем реже ты выводишь деньги, тем больше у тебя кэшбэка. Есть отзывы, можете почитать у них. Если перейдете по ссылке в описании, то у вас есть возможность получить на счет 5000 рублей. Кто здесь? И в описании также будет Telegram UpX. Заходите. Полиграф, полиграф из шариков. Просто фильм, вспомни. Ах, яблочко, та-та-та-та-та-та. Вот Лясова там. Короче говоря, была собака. И был мужик, алкаш. Алкаш умирал. И один доктор поменял ему один орган. Операция очень сложная. Как думаешь, что за орган он оттяпал у собаки и воткнул этому синему синебасу? Хвост? Нихера. А, это про собаку? Про собаку. А, это собачья, собачья. Собачья. Собачье сердце? Собачье сердце, конечно. О, молодец. Кто написал? Булгаков. Кстати, а идиота кто написал? Достоевский. Я сейчас каждую неделю выкидываю еще параллельный контент. Он называется «Кандидат в депутаты». Это мое юмористическое шоу, но на реальных событиях. Поэтому это очень весело и интересно и снимать, и монтировать мне, и посмотрите мое новое шоу, отдельный плейлист на канале, называется «Кандидат в депутаты». Йоу! Владимир Дубровский, произведение, это герой, а понял. Произведение называется? Помню, сейчас, секундочку. Какое произведение? Но произведение не знаю, его знаю, но не знаю. Как звали его тёлку? Мария. А фамилия?
Троекурова. Молодец, ты молодец. А кто такой Владимир Дубровский? Поэт. Кто? Поэт. Просто произведение. Дубровский. Что ты взял? Да просто сказал, не знаю. А кто написал? Дубровский. Дубровский же написал? Да. Дубровский? Кто написал? Пушкин. О, все знаю. Одно из моих любимых. Вопрос на 1000 рублей. Брат, я чувствую, что тыщелка тебе достанется. Иван Александрович Хлестаков. Пиздец, вопросы трудные. Да, знаком. Странная ситуация произошла тоже. Приехал в город, затусил в одном городе, в которое приехал, а другие ребята посчитали, что он типа смотрящий, типа наблюдатель. А кто такой чувак, который приезжает с проверочкой? Подождите. Сейчас. Как-то она называлась, не помню. Давай, братиш, на тыщенку работаем. Типа как за городом проверять. Да, проверять. Не помню как. Пятница, помнишь, тёлка ходила по этим? Ну да, я читал, но я не уверен. Даже не знаю сейчас. Давай, братка. Подумать. Подумай. Как она называлась-то? Ревизор? Ура! Здорово! Повезло! Вау, тыща настоящая. Класс. Вот это удача. Что ты сейчас купишь себе? Не знаю, я скорее всего ее отложу. Копил. Подписывайтесь на Негодяя ТВ и всем удачи. Еще есть у человека Инстаграм, где он задаю вопросы. Задает вопросы. В прямом эфире. В прямом эфире. И плачу за это бабки. И платит за это бабосы. Бабосы. В прямом эфире. В прямом эфире. Можете подписываться, но можете не подписываться. Но накручивайте просмотр. Смотрите видео по сотни тысяч раз. Рад, что Славка получил тыщенку. А про Инстаграм я не шучу. Действительно, я там делаю периодически прямые эфиры и плачу бабки вам, тем, кто участвует вместе со мной в этом мероприятии. Все, респект и уважуха. Не забываем, что у меня есть новый контент, который выпускается параллельно каждую неделю.